Хочешь не только представлять себя кем-то, но и что-то из себя представлять? Нет времени, и все против тебя? Если есть проблемы с учебой, мы всегда поможем. Наш образовательный сервис позволит тебе стать тем, кем ты хочешь. «Автор 24. Помогаем учиться». Получи помощь от опытных преподавателей с курсовой, контрольной, рефератом или дипломом по ссылке в описании. Так, прошло 20 минут. Пойдем туда, потому что мы не сможем пройти за 30 минут тест. Да, за 30 минут его точно пройти. Явно мало. А почему-то пораньше не придем? Не вызывай подозрений, идем. Окей, хорошо. Пошли. Неужели опять? Ну и где они теперь задержались? Простите, мы опоздали. Простите. 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 Вы, ребят, опоздали на 20 минут. И знаете, что интересно? То, что у нас не успели распечатать тест. И считайте, что вы пришли вовремя. Класс! Как здорово! Нет, спасибо. Хорошо, ребят. Можете начинать. Эй, учитель, у нас нет карандашей. О, плохо, но вам снова повезло. Сегодняшний тест нужно писать ручками, чтобы вы не могли, ребят, ничего исправить. Клёво! И я просто так решила. Класс, да. Так люблю ручки сильно. Хорошо, ребят, если проблем больше нет, то вы уже можете начинать. Адам! Свет! Так, ребят, что случилось? Ну, походу, пробки вышибло или типа того. Тут так темно, я боюсь темноты. Да, мы так не можем писать тест. Ага. Uh-huh. Я ничего не вижу. Но говорят, что лучше заниматься при натуральном освещении, а так как на улице хорошая погода, то... Давайте наслаждаться светом. Мои глаза и кожа. Ладно, ладно, давайте договоримся. Я отменю тест, но только если один из вас ответит на один вопрос. Адам, вставай, иди ко мне. Кто? Я? Нет, давайте любого другого, кроме Адама. Да бросьте, он же в своем же имени делает ошибки. Я ручкой исправил имя на тесте. Адам, за... Так, я начну делать тест. Адам, ты сможешь. Красава. Я задаю вопрос, и мне нужен один правильный ответ. Какой формы Земля? Ты знаешь. А, она квадратиком. Ну ладно, в следующий раз получится. Окей. Садись. Да бросьте, ребят, ты все в порядке, не нужно бояться. Это не такой уж и сложный тест. Это не конец света. Хотя, ребят, может, я ошибаюсь. На выход. Круто, нам повезло. Да. Да, мы спаслись, и я прихватила с собой тест. Но давайте честно, ребят, посмотрите вокруг, как все это прекрасно. Давайте не писать тест. Шикардос. Да, давайте поговорим лучше о ваших чувствах, о том, что происходит с вами, со мной. Вы сейчас серьезно? Да, я чувствую, будто бы я спаслась, и мне теперь хочется узнать побольше о вас, что вам нравится из еды, что вам нравится из музыки. Я хочу, чтобы мы открыли друг другу. Давай просто сделаем его. Сработало, они делают его. А перевод и озвучка виски. Ага.